Здорово, мужики. Я вам, как обычно, по делам, по заботам, через лужи, грязь и буреломы. Я думаю, те, у кого есть свое небольшое, а может быть и поболее нашего приусадебное хозяйство, не дадут соврать. Не бывает населения ни свободного времени, ни выходных, да, и тем более отпуска. Всегда есть чем руки занять. А если вот выпускаешь эти поводья из них, сыпется и рассыпается все, знаете, как костяшки в домино, одна за другой. Задумываюсь иногда, вот насколько председатель умудрялся склеивать нас каким-то своим магическим клеем уговоров, убеждений, а где-то и доказывал прям жестко. Но вместе же, сообща, помогали друг другу. А как не стало мужика, он попрятались за заборами. Сидим, копаемся в огородах свои, как муравьи. Дальше нос не высовываем. А он, разогни спину. Смотри, там заржавело, там уже обрушилось. Вокруг одна, выходит, большая сплошная жопа. Сейчас вот здесь немножечко понижаечку совсем опущу до минимума. Да сами видели, какие лужи, да косогоры. Даже на таких колесах умудряюсь фаркопом задевать. В какой-то момент я понял, что если я ничего не сделаю, буду себя чувствовать самым поганым образом. Поехал как-то, нагрузил самосвал песка, щебня, да засыпал пару участков на дороге. И как оказалось, я не одинок. Вместе со мной, да остальные начали вставать. Значит, правильный клей был у председателя. Все-таки сумел он найти подход к каждому. Вот и сейчас едем благое дело делать. Стариков у нас на селе предостаточно. И иногда доехать, да, связь с ними держать сложно. Есть в нашем кружке по увлечениям мужичок один. Вон, видите, башня за деревьями слева стоит. Я всегда думал, что он не местный. Лет 6 назад сюда переехал. Хваткий, бодрый, завод поднимает. Так вот, на самом деле, земляк. В одну школу с ним ходили. Только он раньше ее закончил лет на 8. Знакомый у него договорился поднять и в нашей целине сотовую связь. Я вон часть оборудования везу. Сейчас поедем поднимать к смотровой вышке. И задача не из легких. Сейчас пока застройка не видно. Стоит у нас посреди реки остров. На нем бы замок построить, как в какой-нибудь Швейцарии. Хрен ты его потом возьмешь. Так вот, сейчас ящик свой перегружу к мужикам в машину вместе встречи и будем забираться наверх. На моих колесах не заедешь, а у них вон бычок, там колеса что надо. Каждый раз смотрю на этот мост и даю себе слово, что в ближайшее время и до него руки дойдут. Хлипкий. Тяжелая техника, сами видите, по нему уже не проезжает, поэтому приходится вот сюда пробираться. Вода с гор сюда как раз в низину и спускается. Приходится каждый раз догадываться, проберешься ты туда или нет. Я уж так поближе, а то с грязными сапогами, да к ним в машину. Негоже. Вон, говорю же, баллоны знатные. Им Петрович спецзаказ сделал, подгонял.
Помогли они нам как-то. Мы вон им баллонами и отплатили. Хороший попилац. База только у него длинная. Не везде вворачивает, приходится выруливать потом. Но зато кабина сдвоенная. А дорожный просвет какой знатный, а? Здесь не то по грибы, по ягоды. Можно смело вытаскивать. Вот, один раз они нам и подсобили. Вытащили мою Ниву. А иначе бы так и торчал. Как Алёха тогда, по грибы да по ягоды. У нас дождь доселе тут на неделе был. Окончательно здесь все размыл. И теперь просто так не заехать. Надо немножечко нахрапом брать. Тогда вот получится. Колея тяжелая. Вон, еще видите, булыжников сколько. Иногда вот так едешь и думаешь. То ли под колеса смотреть, чтобы мостом не напороться. То ли наверх, чтобы сверху на макушку не прилетело. А так здесь глаз да глаз. Иногда локации такие, что сносят. Вот только что сказал, да? И снесло. Но тут еще место такое относительно безопасное. Сейчас чуть назад сдам. Здесь даже если завалиться, видите, с пассажирской стороны валуны какие. Ну, завалюсь я туда. Ничего. Борт помну, дверь Петрович подправит, главное, чтобы закрывалось все. И дальше можно ехать. А вот выше уже такого не будет. Вот куда здесь на моей Ниве или даже на УАЗике? Если даже на этих колесах буксуем. Ничего, должны проехать, не впервой. Я вот, знаете, каждый раз смотрю на эти огромные валуны, которые на скалах висят. И вот думаю, ведь когда-нибудь эта глыбина сорвется, ошибет так, что нахрен улечу, как шайба от клюшки. А падать... Вон, посмотрите, как здесь. Года два назад туда прицеп уронили. 3 дня возились. Плюнули. Здесь еще перед домиком Степаныча, это наш геолог местный, грязь будет. Последнее, так сказать, препятствие перед вершиной. У нас сейчас у бычка так раму выкручивать будет, мало не покажется. Не завалиться бы, обидно будет под финиш-то. Я, наверное, вот к вышке-то и припаркуюсь. А то ящики больно тяжелые, а таскать по этой глине не совсем хочется. Маршрут, конечно, сложный. Но знаете что? Посмотрите-ка, мужики, какой отсюда вид открывается. Работу сделали. Теперь можно и пойти чаевничать. О, ну Степаныч уже самовар дымит. А мед какой у него знатный, липовый. Мы на чай. Ну а вам успехов во всех ваших начинаниях.